Knock. Knock. Скромнее, Женек, скромнее. Вот так, за кругом. Толкай. Это все нормально, толкай. Нет, Жень, ты что творишь? Толкай колени груди. Все очень хорошо. Нет, сядь. Сиди в закрытом гарде. Левое колено к левой груди. Толкай левое колено к левой груди, Женек. Женек, не суетись. Женек, без суеты. Успокойся, Жень, успокойся. Надо обвязать его, Жень. Мне не нравится твой полугард. Верни полный гард. Это фигня, правое колено в груди. Вот так, закрой гард, Жень. Надо закрыть гард. Отлично, все. С этого не уходить. Именно то, что я от тебя хотел. Руки не отпускать, ноги открыть. Обрабатывать в ближайшие 3 минуты. Он гораздо сильнее тебя, ты только можешь его перехитрить. Щипцы. Открывай без спасибо, Жень. Открывай назад, Жень. Да, как я учил. Все, локти к себе, ноги по сторонам. Да. Но. Правое колено в груди. Куда? Молодец! Аккуратно. Женек, надо что-то делать. Надо, как только гард откроется, Жень. Забудь про проход гарда. Как только гард откроется, уйти, выпрямить. Ясно? Очень слаженно. Несу руки, куда попал, Жень. Малейшая ошибка, проигрыш. Запомни. Гард открыт, Женя. Гард открыт. Ну. Давай. Что он здесь сидел? Опять ты не сломал. Как он вот одной рукой сломал, блядь, руку?